Мама? Мама, что происходит? Когда отец возвращался, вы всегда так радовались. Никогда не скупились на радости и улыбки. Теперь же в ваших глазах лишь страдания. Словно траур. Это слезы радости, доченька. Поход был долг, и наша разлука затянулась. Султан Сулейман хан Хазрет Лири. Повелитель. Ваше возвращение возвестило очередную победу. Поздравляю. Мы несказанно вам рады. Приветствую вас. Вы можете идти. Видно, что повелитель пребывает в очень дурном настроении. Надеюсь, ничего не случилось. Повелитель неважно выглядит, мама. Наверняка что-то случилось. Думаю, он утомился в дороге. Не так ли, мама? Идите к себе в покое. Матушка. Маэзет, мой храбрый шехзаде. Что же с повелителем? Он даже не позволил нам поцеловать руку. Дорога была длинной, Мехримах. Все очень устали. Я говорил вам, повелителю необходимо дать как следует отдохнуть. Рустам Паша. Смеешь что-то от меня скрывать? Рустам Паша, говори мне всю правду. Госпожа, вы совсем напрасно волнуетесь. Как уже и сказал шахзаде... Я знаю, что он болен. Вы... Откуда? Что случилось? Что с ним? Рассказывай. В лагере повелитель... упал на землю прямо на глазах у всего войска. Вот тогда мы узнали, что он болен. На обратном пути у него был жар. Что это за болезнь? У него на ногах открылись нарывы и язвы. Судя по словам главного лекаря, это подагра. Но не только она. Похоже, он заболел чем-то, что вызывает жар. Вызывает жар? Лекари пока не знают, что это. Никто, кроме нас, о его болезни не знает и не должен знать. А пока мы должны принять необходимые меры и быть готовыми к любому исходу. О каких это мерах ты говоришь? К чему готовы? К тому, чтобы, если на то будет воля Аллаха, да бережет он повелителя, шахзаде Баизет спокойно взошел на престол. Ты хоть сам слышишь, что говоришь, Рустем Паша? Ты что, повелителя заживо хоронишь? Простите меня. Его заболевание серьезно. Оно может привести к смерти. Как великий визирь, я обязан думать об этом. Не смей думать! Выброси эту мысль из головы. Потому что повелитель непременно поправится. Я найду средства от болезни. Найду и вылечу его. Пусть хоть для этого придется спуститься в преисподнюю.